Доброе утро. У меня очень сильно сегодня болит голова. Да, я смотрю, господи, спасибо Арине за то, что она все это снимает. Я да. Короче, мы решили устроить фотосессию, и, короче, там просто жесткая грязь, а я в белой обуви, в белых гетрах, мне кажется, я сейчас их порву здесь быстрее. Пи-пи-пу-пуча. Ну, достой. Все, потерян. Я жду автобус и поеду на встречу с Гелей. Мы пойдем в кафешку. Социальные эксперименты. А давай будем подходить к людям, давайте сфоткаемся, сфоткайтесь с нами. Да-да-да. Типа, погнали, чуть-чуть. Короче, мы клеим, и вот эта вот штука нас смущает, потому что, видите, вот так вот стоишь, и видно вот эти полосы. Подходишь вблизи, это вообще не видно. Какие дорогие. Сейчас, короче, пойду на остановку и встречусь в автобусе с Дарьей. Случайно. Как дойти, собственно? Как, собственно, дойти до парка Горького? Если бы я знала, мы бы здесь не оказались. Такой вот жесткий свек. Мы что-то не учли, в какой день мы пришли сюда. Киски, кстати. Не, по-моему, там даже слабо слышно. Гели. И Даша. Кого мы ждем? Идем в туалет. Идем вести. Какой туалет? Блин, вот это очень хорошо. Это очень хорошо. Мне всю зелень попала, сейчас она ничего не делает. Что самое красивое, что они нашли? Ты поймала, я бы тоже поймала. И сейчас, знаешь, нас заводят куда-нибудь, так и выиграл. Квест начался. Это не хихихах, но и хахахихи. У меня сейчас просто в голове бабки и похороны, бабки и похороны. Улица весна. Итак, я собралась на школьную фотосессию. Я выгляжу неплохо. Взяла с собой еще косметику, которая мне нужна. Китик и Елена. Я люблю Арину. Круто. Это... Прекращай. Арина. Плохая привычка. Лохушка. Полный лоу. Тебе еще 5 лет, дочь. Я видела, да? Арина лохушка. Big fact. Джамиля. Без очков. Я уверена, что... Джамиля без очков. Я... Не смешно, что мне рад. Обзор на обзор. Что-то здесь, здесь. Супер, обзор дальше на Дашу. Супер. На вайбе чисто. Жупалин. Инженеров. Какие слова я должна? Йо, пи-пи-пу-пу-чек. А почему? Подождем вот здесь. Подруг, ну за деньги, да, не делаю шутки даже за деньги, да, подумала потом. О, блин, у меня еще колонка тут рядом. Давай, да. Слушай, ну самый лид, дальше. Давай, и Марина чисто бизнес-класс. Тебе не верю, сон вчерашний, который мне... Донатфол.
держи его. Я держу, что держу? Всем привет, дорогие подписчики! Всем салам, дорогие друзья! Так, у нас репортаж. Здесь. Все происходит самым странным образом. Вот Есения у нас здесь стоит. Вот здесь у нас Полиночка с Лизочкой. А Полина и Лиза снимать-то все будут. Математика. Обзор. Иди ко мне. Иди сюда. Ой, мой старик. Смотрите, эксперименты с кофе от Арины. Один шот эспрессо. Сахар с корицей. Поняли? Типа вот так вот. Как делают в кофейнях. Ну так обычно, наверное, с чаем делают. Вливаем. Да, это хорошо. Ну, уже весна. В общем, я сейчас вышла гулять с собаками. И мне нужно будет записать, короче, говорящую голову на мой glow up первый. Я у зубного врача был последний раз в 9 классе. Всем доброе утро, всех с 8 марта. Я поспала до 12, господи, я очень давно так не спала. Какая охренеская пасмурная погода. Сейчас идем с Юкой и Джан гулять. И с Холли Джан. И у меня сегодня вот такой вот домашний аутфитик. Господи, как же здесь прекрасно. И меня мир водил, просто мне показывал. Тут просто он такой... Доброе утро. Понедельник и мой последний день в этой четверти, потому что я уеду потом. Именно я уезжаю завтра утром. Оцениваем разговоры о важном. Подожди, подожди, подожди. Я сейчас с тобой поделюсь. Всем привет. 3:20. Мы едем в Архыз. Боже, как же холодно, я так хочу спать, вы просто не представляете. Ой, как быстро. Здесь, наверное, цивилизованнее, чем было там. У меня настолько забились после луж ноги, что у меня, короче, икры начали буграми идти.
на бомбине. Ну, если ты хочешь прихорошить это видео? Похолоднее чуть-чуть. Не надо. Ну да. Да, так думали, что это невозможно. Да, для нас это было. Идем вот с таким наборчиком. Я уже не поверила. Куришь, у тебя ребенок. Какого черта ты куришь, если у тебя ребенок? Ударит, потому что не может быть все гладко, по-любому. Да, это что за лицо? Пойдем обзор на Марину делать. С телефоном Ташин. Сидит Марина, она играет с собой, 100 рублей. Я мы мужик. Сухой хвастаться не буду, вы просто все расстроитесь. Появился я. Во-первых, тебя было видно, во-вторых, там малой был. Да. Ой.